А? Ты что, опять? Ни капли. Тебя ждал. Ну, как удалось? Едет. Ой. Сейчас мы тебе облегчение сделаем. Сейчас. Ну, как, тяжело было? Ой, не говори. Пока всем этим таксистам, проводникам, музыкантам внушал, чуть не помер. Ой. Да, тяжелый народ пошел, трудно внушению поддается. А музыканты что? Да в купе оказались, еле выставил. Так ты что, не мог заманить к нам, что ли? Проблему ансамбля решили бы сразу, а? Ну, все понимают. Ну, все, хватит уже. Помогло. Слушай, надо бы с этим Иваном поговорить, а? А то он с перепугу, да без информации. Он же столько дров наломать может, правда? Надо бы, ну, когда? Как когда? Сейчас, конечно. В сию минуту. Да, это было бы, во, но когда это же... Че ты, Витенька, на меня уставился, да? Да просто прикидываю, соображаю. Ну ты прикидывай, а я пока домой пойду. Я там ключ забыл в замке, наверное. Открой. Чуть погодя. Вот с Иваном поговоришь и баньки. Сам поговоришь, ты чародей, ты больше получаешь. Кто больше получает, это только бухгалтерия знает. Тут же, Фома, волшебство нужно, житейское. Понимаешь? А у меня голова болит. У тебя это получится значительно лучше. Так что приготовься, сейчас в купе отправишься. Ты что, Витька, ты что, с ума сошел? Я же на вора вагон. За кого, за кого? Меня же арестуют, меня побьют. Я же, ты что, Витька, Фома, ну ты представляешь? Есть лешие, домовые, водяные, а ты у нас огромным будешь. Тебе нельзя, тебе это не к лицу, ну пожалуйста, вот я не про... Ну, не пух тебе, не пера. Вагонный! Да что делал? Пухлый!